Фактически у нас сегодня форум таких проводников в сфере патентной аналитики, который нужен будет каждому, кто захочет, особенно в эпоху жесточайшей конкуренции, сделать прорыв в новые сферы, вот в те самые неизведанные сферы, которые необходимы для развития. У нас эксперты со всего мира. Япония, Сингапур, Франция, Германия, США, Швейцария, Китай. А вот как Микеланджело говорил, что из мелочей создается совершенство. А совершенство уже не мелочь. Поэтому в патентной аналитике очень много нюансов, которые важны и которые влияют на весь успех. Для Кузбасса это особенно важно, поскольку мы являемся регионом индустриальным, и одной из главных наших задач является диверсификация экономики, вывод на рынок новых продуктов, сложных, высокотехнологичных. Поэтому здесь без патентной аналитики, собственно, не обойтись. Эти технологии, эти решения могут масштабироваться на всю Россию. Для всех стейкхолдеров, о которых я говорил, это должен быть инструмент, это должен быть сервис, это должен быть продукт, вот, с которым они должны уметь работать. Очень емкий контент. Интеллектуальная собственность сейчас набирает обороты. Патентная аналитика сплачивает людей, потому что это очень высокоинтеллектуальный процесс получения результатов. И прогноз развития очень интересной технологии. Это возможность познакомиться с потрясающими статистическими данными и информацией о развитии крупнейших корпораций и увидеть, куда эти корпорации движутся дальше. Нужно использовать соответствующую, относящуюся к потребностям времени технологию и анализировать ее применение в других областях. Мы видим, что технологии достаточно быстро меняются, и компании проходят через такой период, когда необходимо удержаться, остаться на плаву, и есть большое количество товаров, которые появляются на рынке. И мы видим, что аналитика позволит посмотреть на этот процесс более оптимально. Интеллектуальная собственность – это то, что улучшает жизнь каждого из нас. Моя история патентной аналитики началась 20 лет назад, когда закончил мой MBA. В конце курса наш профессор сказал: «А вы знаете, сейчас забываете все, что вы знаете, потому что будущее будет патентная аналитика». Для того, чтобы развивать патентную аналитику, законодательство сегодня все готово. Мы все говорим в конечном итоге об интеллектуальном суверенитете России.